Қайырлы таң, сүйкімді де сүйікті менің подписчигім. Мен бүгін настроениесіз ояндым. Себебі сен әлі біздің YouTube каналға тіркелмепсің. Сондықтан көңіл күйді көтеру үшін біздің каналға жазылып, лайк басып, комментқа бекім оңайма деп жазып кет. Рахмет, пока! Салам алейкум, брат. Алейкум салам. Брат, не сочти за наглость. Сам еле местный, сюда приехал. Мне тут кошелек убрали. Там деньги, документы были. Я теперь обратно уехать не могу. Если есть возможность, можешь помочь, пожалуйста? Слушай, ты откуда? С Алматы. Серьезно? Я тоже с Алматы, ё-моё. А, да? Да. Слушай, у меня тоже нету денег, ни документов. Так что у нас много общего, понимаешь? Слушай, усаджайся, жұмысқа орналасы и работай. Понял? Хорошо. Но ты же в магазин идешь, по-любому у тебя деньги есть. А ё-моё. Дай хоть 100 тенге. Мозги не парь. Вы в Алмате подходите, говорите с Павлодара. Здесь говорите с Алматы, ё-моё. Вы определитесь уже, ё-моё. Арбирджир, бақша жинап жүрсіңдер ме? Странно вы тоже, ё-моё. Все. Просто скажу, что ты жадный, и все. Слушай, мне бы кто помог? Где ё-моё? Бека, яйца и колбаса, да? Все, давай. Алло? Алло. Привет, Калайсон. Как долетела вчера? Долетела нормально. Олжас, я поговорить хочу с тобой. Подожди. Олжас? Почему не Жан? Я тут подумала, нам нужно расстаться. В смысле расстаться? Ты что, угораешь, что ли? Нет, я на полном серьезе. Ты там, я здесь. Ты знаешь, я хочу в отношениях, чтобы мой любимый человек был всегда рядом со мной. Ну подожди чуть-чуть, что ты? Я же не навсегда тут. Я же вернусь. Олжик, родной, она не может ждать. Макс? Ты что там делаешь, Слушай, не обессудь, но сердцу не прикажешь. Подожди, ты что, с ней замутил, что ли? Еще, гей, а? Послушай, помнишь, ты перед вылетом сам мне говорил приглядеть за Динаркой? Я и приглядел. Она выбрала меня. Ишак, ё-моё, алло! 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 Гнида конченый, ё-моё. Ублюдок. Тарап кетті, сәндемен сенің түнімен, тоңдыр тастап өткен түнім. Че там, кеттік ба? Бека, вот скажи, что можно сделать, чтобы забыть о девушке, а? Улететь куда-то, а? У тебя же денег нет. Можешь бухнуть, а? Оған да ақшаң жоқ. Скажи, вот самый дешевый вариант, который забыть о девушке. Что? Найти другую девушку. Логично же. Где, ё-моё? Мы же целыми днями на заводе, братан. Родной, это Павлодар. Ол жақта даже заводтыңыздар әдемі ғо. Где? Я же их не видел, братан. Ладно, ты иди. Я чуть-чуть посижу. Сейчас мыслями соберусь. Что-то чашка мне. Олжик, ты что тут мямлишь? Ты же мужик. Ты должен этих девочек как перчатки менять. Вот представь, на всем бывших, да? Она взяла, вот так вот, изменила тебя. Ее вот кто-то брюк кидаблай. Вот так. И она взяла, бросила тебя. Ну, грубо говоря, вот так вот бросила. Дурак, что ли, ебать, басов всем осен. Ну, представьте, вот, ну, с ней бывших змор. Что ты с ней делаешь? Ты ее бросаешь и находишь другую девушку, да? Если она, как она, будет тебе изменять, вот, примерно вот. Вот, не надо, все, понял, ё-моё. Понял. Показывай, где твои девчонки. Бәсе? А то жлап кетнула. Запомни, девушка может бросить, но заводчане друг друга не бросают. Так что все, соберись, кет. Там достаток.
резонно. Канитель. Зона, без резонно. Дядь, это называется вчера вечером с девушкой по набережке гулял. Серьезно? Базара? Не, ну расскажи, братан, что там было, не темни, родной. Короче, гуляем с ней по набережке, она мне говорит, а ты меня любишь? Я долго не думаю, так водолазку беру, всем сердцем, веришь, говорю. Базара нет, братан, ё-моё, дёстка. И чё потом? Потом комары как налетели, блин, вон, смотри, покусали, ё-моё, по бесу пустили. А это комары, что ли, блин? Ну, ё-моё. Я думал, это вот эта девчонка тебе засосы понаставила. Да завязывай. Она ещё маленькая, брат. А так знаешь же, честь и достоинство девушек не трогаю. Базара нет, медиа, ё-моё. Ё-моё, что такое? Кайра звони. Да ну нафиг. Да, братан. Ищем, братан, ищем, да? Понял, братан, понял. Конечно, ты сказал, мы сделали, ой, братан. Все, братан, ага. Че говорит? Че говорит ты? Торопит. Картину быстро найдите, говорит. Так. Канский, слушай. Че, давай, может, этому нашему мастер-шуфу скажем? Ну, типа, мы бывшие СТОшники, и эта призовая машина сломалась, и нужно починить, типа. Он же тупой, он поедет. Думаешь? Мне кажется, не проканает, Роман. Братан, как говорил мой дядя, Картавый, он говорил, медиа, надо пробовать. Можно пройду? Ну попробуй. Слышь, медиа, пойдем выйдем ненадолго, а? Что-то у меня то самооценка, блядь, падает. Накинь что-нибудь, ёбан. Вот она, красавица завода. Точно? Вот это та самая красивая девушка на заводе, да? Жох. Давай с этого начнем. Игорь, общение нормально будет. Будем хатаны босатып берем. Зачем мне хата, ёбан? Мне нужна девушка, которую я с ним... Мог бы погулять, понимаешь? Мог бы обнять ее. Говорить ей джаном, а не такие. Понимаешь? Что такое? Ты сперва познакомься с ней. Посмотри, легкий уровень. Какой легкий уровень? Посмотри, она тяж, ё-моё, 160 килограмм примерно там. Зато она вкусно готовит. Или ты что, боишься ее? Если конкретно ее, да, конечно, боюсь, ё-моё. Посмотри, она маму годится мне. Ну, это хорошо же. Как раз у тебя родители отказались, вот теперь тебе новая мама. Сори, брат. Давай, куп сюлюми, танши, потом маска вариантан горстим. Да? Да. Смело, брат. Давай. Все, удачи. Мамо, сторис хасалу говорю, мамо, контент, вот это. Друзья. Здрасте. Здрасте. Не отвлекаю? Ну нет. А ты что здесь делаешь? Да я просто хотел зайти, пообщаться с вами. Можно кусочек? На, возьми. Очень вкусно. Я, по идее, вообще не люблю колбаску. Но от ваших рук вообще белиссимо. Слушай, что тебе надо? Ну, хотел спросить просто, вечером какие планы у вас? С девочками в клуб пойдем, потанцуем, развеемся. А что? В клуб? В вашем же возрасте лучше санаторий габарби, емнилеп, демал игроку. Вообще сколько тебе лет? Вообще-то у девушек возраст не спрашивают. Это у девушек не спрашивают, а у женщин можно. Понимаешь? В смысле женщина? Мне 27. 27? Че так старше выглядишь, ё-моё? В смысле старше? А ну пошел отсюда! Больше сюда не приходи, понял? Дебил! Ладно, что ты, ё-моё? И вообще колбаса свинина была! Что там, не уход, а я галяк это.
Знаешь, ей сколько лет? Лет 40? Я тоже так думал. Нет! 27, прикинь ей! 27? Может, она имела в виду, типа, 1927, типа, туан жила. Да хрен его знает, я за нее, прикинь, колбасу съел свинины. Да ты что? Да. Ну ты же не сдал. Блин, брек савап жинап кайтарваласын. Ладно, пошли в цех. Засветимся, потом басқа қыздарға барамыз. Нож, не надо, а? Корпа, брат, все будет хорошо, пошли. А это точная информация? Откуда вы узнали? В смысле, откуда узнали? Вы что, новости не смотрите, что ли? Нет. А что там? Короче, оказывается, у этих машин заводской брак. Там тормоза отказывают. Вон уже на дороге несколько аварий было, прикиньте. А, ну нафиг. Конечно. Мастер, по идее, нам вообще пофиг на эти машины. Просто завтра вы же их дарить будете. А прикиньте, тот, кто выйдет на дорогу, выйдет. И не дай бог тормоза откажут. Все, салам алейкум. Зачем вам такой грех на душу брать, правильно? Спрос будет жесткий. А вы точно в машинах разбираетесь? Братан! Из какого хера, братан? Я твой мастер. Нет, я игру это. Кана, братан, скажи же ему. Мы до завода в СТО работали. Конечно, по факту. Во, я ему сказал, братан. Ладно, тогда сейчас мы машины проверим. Если что не так, то мы свяжемся с вами. Все свободно. Все заметано, мастер. Ос. Блять, ёб, терезе! Заразился. Поймал на ошибке, же. Мастер сплинтера. Алло, зайди ко мне срочно. Да-да, срочно, там по машинам вопрос. Эй, я же тебе сказал, клюнет, мой план сработал, ё-моё. Медя, я вот даже не ожидал, что ты такой умный, есть же. Родной, я до 4 класса был круглый отличником. А потом что? А потом сериал «Бригада» вышла, и все, у меня пляга свистнула. Моя жиза, жиза. Как говорил великий Саша Белый, своим умом живи, пчела. И в сердце, а в душу, медиа, ё-моё. Я же в классе Саша Белый был, братан. Ты пчелы был, который кинул всех. Не, завязывай, брат. Мастер, вызывали? Да, заходи, Ельмик. Присаживайся. Спасибо. Ермек, ты же принимаешь конкурсные машины? Да. А что говорят, на заводе там какой-то брак, да? Какой брак? Нет никакого брака. Они все в идеале, салоны же. До сих пор в целлофанах ставят. Просто мои сотрудники говорят, что там тормоза слабые. Да гонят они. Вы этим сотрудникам передайте, что они сами тормозы слабые. В машине, когда какой-то дефект, нас первыми предупреждает об этом. Это же не шутки же, вы что? Нам салона звонят, когда какой-то неполадки есть. А, да? Ну. Просто мои сотрудники, они бывшие СТОшники. И если что, они могут машины посмотреть. Мастер, они просто работать не хотят. У этих барата типа машину делают, лягут и отдыхают. Я сам лично 1000 раз видел, как другие так делают. Я-то не такой, вы-то знаете. Да-да-да. Я знаю, Ермик, знаю. Ладно, иди, работай. Так, значит, они меня обмануть хотели, да? Ладно, посмотрим, кто кого обманет. Алло, Кана, зайдите-ка ко мне через минут 20, хорошо? Видишь? Да, вижу. Более-менее такая, да. Чё сказать? Какой же ты тормоз. Короче, барас найтасн. Привет, красавица. Я смотрю, ты на заводе порядок наводишь, да? Она скажет, да. Ты скажешь, а сможешь навести порядок в моем сердце и душе? Вот и все. Она рассыпется, брат. Так что давай. Уверенно, главное, уверенно. О, добавь мужество, харизму. Что, залег в этот тигр? Давай, давай, походка, походка. Опа. Сори, братан. Не заметил. Ты что, широкий, что ли? Да нет, ты что, братан? Говоришь, не заметил. Не заметил, говоришь? Не замечают, как время летит, как дети растут, или как люди меняются, да. Или как... Все, понял, братан.
Чё, куда летишь? А вон тут. Девушку хочу оформить. Какую девушку? Вон тут, техничку. Оформить, говоришь? Да? Ты что, мент, что ли? Да нет, ты что, братан? Ты меня не понял. Оформить, типа, это как? Аджунджарить, видишь? Аджунджарить? Ну, я с ней хочу переспать, брат. Вот теперь понял. Ну смотри, бугузун агасы бар, с одного удара вырубает. Ну ты че? Угу. А кто ее, брат? Я? В общем, ты меня понял, да? Если еще раз подойдешь к ней, я тебе сам лично аджунджарю. Понял? Понял, понял, брат. Все, давай. Че, не обессудь. Байхам жир. Что там? Ё-моё. Ты что, берег ударил? Да, ё-моё. Я на техничка, вон, сестренка с кем говорю, блин, жоқ. Да, ну у нас. Хорошо, что меня не было. А то мне не твоя жить не, да? Твоя же учет сильно тоже. Ну ладно, на заводе много девочек. Вон Айдара, секретарша, знаешь, какая соска. Ты откуда знаешь всех? Мы же в одно время устроились на работу. Я же блогер. Я же всех снимал, поэтому знаю. Блогер, ё-моё. Так что, көп сөйлемей, бара бер. Если что, цехта болам, көтін жава салам. Хорошо, хорошо. Если вдруг не получится, тогда я в депрессию уйду, брат. Брат, депрессия — это не девушка. Она тебя не бросит. Лучше найти девушку. Да. Сосы, бейте. Вот так сделай. Эй, кетч. Давай, увидимся. Давай. Что я делаю? О, Салта. А ты что сделаешь? У сотрудника давление поднялось. Осмотр. Ай, голова заболела. Ничего, пройдет. Подожди, Салта, может, тоже давление измеришь у меня в кабинете? Посидим, пообщаемся. Айдар, не начинай, пожалуйста. Я не начинаю, я продолжаю. А я завершаю. Не подходи ко мне больше. Салта. О, халайся, Найдарик. Салам, ты что сделаешь? Ничего, к директору заходил. Я же завтра в отпуск выхожу. Кое-что добил там. А ты что стоишь? Что, как всегда, она тебя отшила? С чего ты взял, что отшила? Ну, ты 3 года за ней бегаешь. Она тебя постоянно отшивает. Если честно, мне тебя чуть-чуть жалко. Пасхаха здорово, Барсей. Чего ты как лох ходишь? И на то пошло, у нас свидание сегодня вечером с ней. Да ты чё? Чё, серьезно что ли? Она в курсе? И вот не на свои дешевые подколы, а? Чем докажешь? Не буду тебе доказывать. Значит, врешь. Да не вру. Давай так. Если ты не врешь, то вечером скинешь мне фото, где вы вдвоем сидите в ресторане. А если врешь, я тебя буду постоянно назвать лохом. И ты еще сверху мне дашь 50 штук. Не, 50 штук много. Ну ты же сам говоришь, что не врешь. Не, если врешь, так и скажи, мен лохпан. И все, ни фото, ни денег, ничего не надо. И конкретно, ну давай на то пошло. Вечером на фото. На мужика. Все, все. Вечером буду ждать. Иди вечером, фото жди. Ёп, ты когда книги осында езди, менде задний жок, а? На ровном месте 50 штук. Да. На парковке сейчас подойду. Блять, 50 штук. В общем, мы проверили призовую машину. Там действительно есть косяки? Конечно, братан. Мы же не будем брать. Ну, Кана, братан, докажи же. Мы же не фуфлыжники. Конечно, конечно. Ну, что, можем приступать? Да, конечно, можете приступать. Только не призовая машина, а к моей машине. В смысле, при чем тут ваша машина? Ну как при чем? В ней масло течет, колодки надо поменять, ходовку сделать. Вот после того, как ее сделать, я вас допущу к призовой машине. Ну, видите, просто мы... Че просто? Ребят, если вы не умеете, так и скажите, я призовую машину и свою к другому источнику отвезу. Не, мастер. Все, без кипиша. Мы все это сделаем, все будет по фэншую, чики-пуки. Да, чики-пуки? Но если вы испортите мою машину, то я сам вам чики-пуки сделаю, понятно? На. Удачи.
Ёб твою мать, Медя, что делать будем? Да без паники! Есть идея. Да ты, походу, сам больше паникуешь, блин. Что за идея, Медя? Да пойдем, пойдем. Ну скажи, что за идея? Просто доверься Меде и все. Ключи. В смысле? Он же тебе давал. Ёб твою мать, упали. Медя, вот если честно, тебе вот вообще неохота доверять тебе. Кана, все будет на мази. Садись давай. Зарла вермиш, ё-моё. Ну чё? Чё скажешь? Ну, я даже не знаю, что сказать. Ко мне просто такие, как ты, ни разу не подкатывали. В смысле, это как примерно? Которые цветы с клумбы вырывают. Ну, извини, это единственные цветы, которые тут есть. Слушай, если бы я тебя знал вот, месяц назад, да? Я тебе подарил их цветочный магазин, понимаешь? Ты знаешь, какой я романтик? Аферисты, а не романтик. Столько вранья наговорил. Просто, чтобы я с тобой погулять пошла. Я тебе правду говорю. У них папа олигарх, понимаешь? И он меня наказал, и тут я работаю. Ты у нас не просто аферист, ты еще и фантазер. Слушай, если не хочешь со мной гулять, дай тебе скажи, что ты ему оскорбляешь меня? Обидно же ему. Да ладно, шучу ж просто. Знаешь, я бы с тобой погуляла. Только боюсь, он будет против. Кто он? Я. Хвостик. Сурогат ана жандағанымыз туралы ешкім білмейді. Біз бірнеше аптаға қала сыртына кетуге жоспарлап тұрмыз. Не стесняйся. Я надеюсь, тебе понравится твоя комната. Как только родится ребенок, я все сделаю для своей малышки. Солнышко? Просто, пожалуйста, обновите кетиши, калана, кайдайши, болды! Не понимаю, что все...